Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 606. События дня. Евангелие от Иоанна 2:31. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его. За 10 августа 2017 года. Ровно 2 месяца, как мы приехали в Потеряевку. Вот события. Вчера поехал Роман Малышев в город и отправили дробот Нестора и Фроси. Сообщили родители, что получили их. Все остальное позже. Виктор Андреевич Яковлев, врач наш, сообщил, разговаривал с Татьяной Ильиничной, матерью Сергея Козлова, парализованного. Как он болеет, высказать нельзя, но и проще. Подозревает там нехорошее в животе у него, там кишечник. И вот. Переживания, молимся, как Бог даст. Сказали, что у дробот Настю положили для химиотерапии. Опять в больницу. Ну, это болячки. И весь день с утра морось. Не дождь, а морось. Мелкий-мелкий, как вот туман такой. Все время идет дождь, и не туман. Дождь. И делать-то нечего. На улицу не пойдешь, а в комнате. А в комнате что? Вот я сижу, то перчатки починяю, то что. Залезу к голубям. Там место устроил себе, чтобы мягко было сидеть. Подушку туда пристроил. Ну и сижу там, нет, да что-нибудь сниму. Они забудут, что я там, и я как бы в таком полутемном месте, и голуби рядом, открывается новое в них. А Володя занялся гаражом. Там не касался его. Там что, Калашникова оставляли, Петр Григорьевич, все гвозди, гайки, там моторы разбирает. И кресло. Мне выезжали, когда Малютина Раиса, то... Прям говорила, возьми у меня кресло, возьми. Ну, которое поворачивается перед компьютером, сидят на, внизу на 5 ножки, как растопыренные, как куриные. Я не брал. А тут у них какая-то сломанная и сиденье так. Ну, хорошо сидеть. Я говорю, а вот здесь в углу моторы стоят. И разобрать бы там, какая-то много пыли, проще. И на стенку картон прибить, и там я бы мог сидеть. Для себя. А Сергей... Пупков тут же начал это делать-то, и сделали, и прибили, и я надписал игла везде, ну и тоже посижу маленько. Вот здесь вот икону бы повесить, а вот здесь бы часы, чтобы я, когда буду дремать, сидеть, легко глянуть было. Ну ничего, это пока не сделали, посидел, тоже место приготовил, сидеть, и до того устал сидеть, а потом уже начали подготавливать, пилить. До солнышко проглянуло, часа в 4 уже, а там в 7-то и ужин. Ой, как утомился, без дела, никуда не поехать, ничего нельзя. Все мокрое, потихоньку пробрался, там на малину поискал немного. Вот все события, ничего нету, связи какие-то. В интернет лишний раз не залезешь. Это высчитывают дорого все здесь. Ну и наши ресурсы показать. Вот. Главный, который у меня здесь работает. Я его очень уважаю, люблю. Это мой мир. Вот мой мир. Вот так вот выглядит. На другой запасной лист. Модераторы сделали. Там я с голубем. Так нет. А вот здесь вот можно написать. И каждый... Переношу, что ставлю на видеоканал, то переношу и сюда. Ну, довольно богатый. Видео 6721 видео наше. Фотографии 18758. Вот. Ну, сказать, что фотографии посмотрели. Позавчера приезжали баптисты. Ну, и показать фотографии. Это фотографировал Никита, немного там у него что-то зарядка не очень, я вчера перезарядил. Вот они приезжали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. С аккордеоном. Вот они поют. Эти девчата без платков все. Но косы. И видно, что верующие. Юбки ниже колен у всех. Вот так пели они.
Что тут можно сказать-то? Передвинуть вот как? Не знаю, здесь передвижка-то. У меня тут все поставлено. По-моему, открыть. Вот оно как. Заходи. Эти наши люди собрались. Потеряевские. Вот они слушают. А потом ролики будут стоять. Они, правда, вначале не хотели, чтобы записывали. О, я говорю, не командуйте здесь. Хорошее, если дело, все пусть знают. Вот оно. Как? Вчера я прошел по некоторым нашим людям и расспросил их впечатления, что вот были такие-то баптисты и как относятся по-разному. Это тоже будет интересное мнение. Устиновым ребятам. Ну, не было Романа Малыша и Устинова. Нет, они уехали там что-то где-то в храме ремонтировать или красить, или чистить. Не знаю даже куда. Вот. Все разные фотографии сделал. Вот видно вдоль деревни. И тоже дождик моросить начал. И стояли они, зонтики даже открыли. Куда? Никуда, да здесь удобно так. Удобно. И так мы это вот и пробыли. Они хорошо пели, мы довольны были, даже подпевали. Вот кончилось, когда песнопение. Тут они тогда с нашими девчатами, им интересно. Стали говорить, что у них там по 13, по 15 детей есть. Общались. С ними еще немного побеседовали. Зацикленное ужасно. Два стиха знает из Библии, больше ничего не знает. И несовместимо с другими ничего нет. Я спасен. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Все. Кто призовет имя Господне, спасется. Дальше ничего не надо. Ничего не надо, как живет, как поведь без креста, без пояса. Там. Это даже про это не говорит. Дружба с миром для них никакой роли уже не играет. Так интересно, как вот может человека подавить, и все спасен, разбития никакого нету. Уже достиг вершины, обязательно будет в раю, и ну, насмешка над верой. А он серьезно верит, что так и есть. Ну, адвентисты седьмого дня та же. 2000 названия разные, 20 тысяч. И что? И все спасены, все. То есть сами канонизируют, даже еще круче, чем у православных. Это вот машины какие у них. Две машины. Приехали 11 человек. Видишь, какие пузанчики. Не заработались. Это на такое. С нашими сравнется-то. Все сбритые, наши все с бородами. Ну, просто посмотреть. Разница-то огромная. Даже просто здесь посмотреть, и то разница какая. Вот наши все в платках до одной. У них все без платков. Я сказал, говорю, я где бываю в библиотеках, ну даже за границей здесь бывает зал целый соберут помолиться. Все наденут хоть какой-то платочек, что-то найдут в кармане. Это нет. То есть упорное. Ну это-то мы не можем никак скинуть. Ну это девушки. Ну девушки 20-30, она замуж не вышла, 40-50-60, и так она все без платка. А там написано муж молящийся, муж. Если это касается только женатого... Если женщина замужет, то и муж только женатый. Тогда парни все могут быть в шапках и в церкви молиться. Ну, явно дело, что глупости это. А чтобы знали, она не замужем, вот, пожалуйста, выбирай. Вот, гляди. Посмотри, даже наши пришли. Вот юбки у них чуть ниже колена. Посмотри, наши стоят как. Разница даже в этом, видать. Вот. А мы к ним приехали, у них были там. Даже встречи с ними не допустили. Ни с пресвитером.
не с кем-то, ну, с их названием пресвитер-то, для нас-то он никто, еретик и лжепресвитер. Вот. Не допустили никак. То есть боятся, потому что Слово Божие что-то один спросил, я стал отвечать. А он сразу, нет, у нас не положено спорить. Я говорю, да кто спорит-то, я же отвечаю. То есть как огня боятся Библии. Библии боятся. Это вот на деле-то, когда они так столкнулись. Но им понравилось тоже, говорит, а когда можно к вам еще приехать? Ну, вот такое дело. Наши ресурсы я показываю сейчас. Вот. Второе, это у нас ленточный форум. Вот он, православный форум, очень богатый. Так и заряжайте, найдете. Канал. Сейчас 10 на 10, сейчас я узнаю. Канал. Что тут? Вот оно. 23 утра, туман. 23. Взаимоотношения между людьми. Ну, 10 роликов сегодня выставил. Ну, небольшие. Как небольшие? Тут даже 28. 4. Ну, и большой, очень богатый во свете Библии православный библейский сайт. Вот. И здесь вопросы по темам. И вот разбираем мы темы. Это внутренний мир человека. Вопрос 2885. 14 том открытым оком. Многим ли придется пренебречь, потерять, если быть по-настоящему верующим? Дайте какой-нибудь живой пример. Ответ. Недавно близкий нам человек устроился работать на пивзавод. Но, видимо, совесть начала его обличать, и он тут же позвонил. Что делать? Я работаю на холодильных установках, чтобы пиво охлаждать. Отвечаю. Уйти немедленно, чтобы сохранить неповрежденности душу и совесть. И хотя начальник удерживал его, давал некие льготы, но брат тверд оказался в исповедании Евангелия. Исайя 5:22. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток. Исайя 28:7-8. Но эти шатаются от вина, избиваются с пути, от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков. Побежденный вином, обезумели от секеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются. Ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной, нет чистого места. Иуда 1.12. Таковые бывают соблазном на ваших вечерах любви, пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья бесплодные, дважды умершие и исторгнутые. Ефесянам 5.11. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Вот вопрос задам, посчитайте, сколько мест Священного Писания. Это разве... Ну, просто нет такого православного, чтобы это... На время согласиться с оппонентом, попробуй загляну в их бездну. Допустим, вечность миф по их приметам. Не веря в Творца культурно и полезно. Предположение их само все по себе, над мирозданием нет Творца и Бога, все в взрывах коллапсических ускоряет бег, а центробежность свету не подмогу. Свету на подмогу. Естественно, природно, зачатие и смерть, круговорот и переход из одного в другое. Как было в прошлом, так и будет впредь, случайно эта жизнь и пребывает в коме. Но даже если так, а не иначе, что в этой жизни неверие дает, лишь всех к могиле на попутных тащит, в полынный соус превращает мед. Мой распорядок дня перенасыщен верой. Для Бога тороплюсь с постели быстро встать. Моя молитва утром будет первой. Вхожу в осознанность, благоуханный сад. Мне радостно с Творцом поговорить, благодарение воздух растворяя. И в недовольстве не перейти на крик, не ангелы вокруг, да я и сам корявый. Уверенность при выходе во двор, знамение крестное, мой символ, бесом вызов. Все в этом мире посчитать за ссор, не зная слов уныния и кризис. Восторгом, благодарностью и счастьем пересыпаю речь из строчки многих писем.
Часы и дни осмысленные мчатся, какие бы несчастья ни нависли. Но Слово Божие и доступ к благодати дарует во Христе искупленному вечность. Рай возвращен, это нам так кстати. Неверием демон несчастных изувечил. 9.12.2005 года. Вопрос за 1900-й. 14-й том «Открытым оком». Расскажите, пожалуйста, хотя бы вкратце о матери Терезе. Аргументируйте свое утреннее пробуждение в 4.40. Связано ли это каким-то образом с матерью Терезой? Что вы взяли от нее для себя? Это вопрос мне задают, а я в техническом университете, там 21 тысяча студентов. Ответ. Албанка, католичка, трудилась в Индии с самыми бедными детьми и людьми. Учила, доской была стена дома. Появились помощницы, стала известной, присудили Нобелевскую премию мира, жертвовала все для дела милосердия, побывала во многих странах и даже после землетрясения в Спитаке. Прочитал, что она вставала в 4.30. Подивился, что это же у меня уже много лет. А, 4.40. Почему неровная цифра 5 или 6 утра? Ответить не могу. Так почувствовал. Для себя от нее ничего не мог взять, потому что все это имел от Христа из Библии. Считаю святой, за что меня православные клеймят еретиком, так как католики и еретики, в том числе и она, как признавшая папу своим духовным отцом. Видите, кому-то не понравится, там, ну и что из этого? Деяния 10.35. Но во всяком народе, боящийся его и поступающий по правде, приятен ему. Премудрость 5.4.5. Как же он причислен к сынам Божьим и жребия его со святыми? Безумные мы почитали жизнь его сумасшествием и кончину его бесчестную. 1 Коринфянам 4.5. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит сокрытое во мраке и обнаружит на сердечном намерении, и тогда каждому будет похвала от Бога. Стихотворение. Критически с позиции небес смотрю на суету строительства и войны. Все нынешнее, чем гордимся здесь, не стоит даже горсти худшей вони. Не я и не Давид, а Иегова, Творец, Создатель, Изъеждитель сущий, срывает с сокровенного покрова и легче пустоты окажется живущий. И не один, а целый шар земной, метущийся как будто к совершенству. Готовьтесь к бегству, только не зимой, и не в субботу, это всем известно. Критически рассматривая окрест, цени лишь вечно исшедший от Бога. Подумать есть о чем, ни на один присест, порок у мудрого ли стирает ноги. Не доверяя уму и опыту известных, кто не читал Писания, их Богу не взывал. Их смех и слезы явно не на месте. Все это я из Библии узнал. Великолепие шатров и одеяний, посуда золотая, колесницы. Не кверху, вниз со скрежетом потянут, как будто в одночасье то приснилось. Не хлопочи безмерно о здоровье, об удовольствиях для чрева и ума. Червям могильным скоро станешь пловом, сие глаголит истина сама. С иронией скептически на эту жизнь смотрю. Что дети, что успехи, за граница. Смерть торжествует, выкинет свой трюк. Она царит, и от нее не скрыться. Уверенность лишь во Христе Иисусе, в его евангельских неложных обещаниях. Потерянные овцы чудом соберутся. Мы воскресение из мертвых слезно чаем. Вопрос 2962, 15-й том «Открытым оком». Это у меня 33 тома, так называются. «Открытым оком» по 752 страницы книги. Многие ли, походив, перестают посещать занятия? Какая тому причина? Ответ. Учет никто никогда не вел. Первое занятие вел в актовом зале, человек на 700. Осталось много меньше, стало помещаться в аудитории и чуть в коридоре. Раздавал много литературы и почти ничего не вернулось, хотя давал только для чтения. Но чем больше не возвращали, тем больше мне Бог давал, и притом тысячами книг. Ответ. Кавычки. К Богу я пришла сознательно, так как моя бабушка и дедушка мои были верующие, и папа с мамой. Я с бабушкой ходила в Покровский собор, но чтение на славянском языке я не понимала, хотя мы с дедушкой считали, и он мне объяснял алфавит, но значения слов он не знал.
В ноябре пригласил замдиректора техникума и попросил сходить в АГУ по улице Димитрова послушать Слово Божие и пригласил учителей. Мы пошли, занятие было в 6 часов. Народу было очень много, так как аудитория была заполнена, даже стояли. Прослушали вступительную речь Игнатия Тихоновича Лапкина и толкование на Библию. Нам очень нравилось его понятное изложение. Мы сидели за столами и писали под диктовку. Он отвечал на вопросы, которые писали ему на бумаге. На следующий день в учительской объявили и пригласили на занятия. Потом еще 3 учителя пришли. Но крещение приняли я и Капустина Татьяна Кузьминична. Остальные как-то походили дома и больше не пришли. Говорили, что дома нужно быть, уроков много и так далее. Я же твердо решила, что я буду ходить с Богом и приму крещение, так как я крестилась мощением 8 лет назад в Покровском соборе. Игнатий Шлапкин сказал, что это не полное крещение. На следующий год, в июле, мы крестились в селе Потеряевка. Как было хорошо, красиво после крещения, такая радость была в душе, спокойствие, так хорошо. Все веселые, счастливые, улыбчивые были вокруг нас. Дай Бог мне пройти узким путем с Господом. Брыткова Любовь Петровна. Патриархия будет уничтожена, как придаток 5-го отдела КГБ. Сколько душ на ее совести. Корысть и трусость пастыри сгубили страну. Это я на вопросы еще отвечаю, тоже в университете. Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих. Какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен, и ты скоро погибнешь и на злые дела твои, за то, что ты оставил меня. Сафония 3.12. Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Евреям 13.5. Имейте наравне с ребролюбивые, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Старение очень сильный агитатор, без отдыха трубящий ежечасно. Он расширяет извержение кратер и проверяет по сосудам масло. То трещина проляжет по утесам, то на иконном лике вдруг морщинки, и старость шаркающая нас не спросит, но изъедает айсберг наш и щиплет. Под шевелюрой череп обнажится, не просыхающая из глазницы влага, но накопил и сохранил ли жито, и с кем делился щедро не по блату. Под старость караваны караваев плывут ли по водам и дальним странам, куда же вывела дорожка, коль кривая, мотала по терновнику непрямо? От шрамов, операций все свербит, нет места целого во взаимоотношениях. Друзья вспорхнули, словно воробьи, и улетели, только след помечен чем-то. Стареет дом, и прохудилась крыша, подгнил забор, заплесневел подвал. Что мнилось вечным, то на ладан дышит, как будто бы туда фугас попал. Опамятовать со времени в обрез. Так где же та константа постоянства? Куда бы тать презренный не пролез, одежда моли не была бы яством. Дух истины пришел и поселился, посланник от Отца, от Иеговы. Под старость зеленеющие листья, и путь примит, и кривизны все ровны. Слова и мысли в вечность устремились к предвечному, вневременному Богу. Я не один, то вхож в такую милость, без Бога от старения мало проку. И вот сегодня все.